Ни одна из сторон не пришла на предварительное заседание. В арбитражном суде накануне вновь рассматривали дело ООО «Селф» против регионального Минздрава. Правда, краевое ведомство заявило ходатайство о проведении заседания в их отсутствие. К тому же направило встречные иски строительной компании о взыскании неустойки в размере почти 19 миллионов рублей, а также 6 миллионов 120 тысяч по двум контрактам. Представители «Селфа» на заседание не явились уже во второй раз. Напомним, подрядчик требует с Минздрава 7 миллионов рублей по контрактам на строительство перинатального центра «ДАР». Один из них был заключен еще весной 2017 года, другой – осенью 2016. Накануне «Селфу» судья предложил представить отзыв по встречным искам от Минздрава. Предварительное судебное заседание отложили на 12 сентября.